Это не физкультура, не танцы, ничего. Просто проверяйте себя, свое тело, натяжение, расслабление. Услышать свое тело, стать свободнее и раскрепощеннее. Этому участников социально-театрального проекта «Высокое напряжение» обучает артист нового молодежного театра Сергей Трёкин. Это уже второе практическое занятие. У нас нет задачи сделать из них актеров как-то. Ну, то есть мы стараемся актерскими техниками, упражнениями поспособствовать, потому что у нас всего 5 занятий, за это время невозможно избавиться от зажимов. Можно дать какую-то базу или определить, какие зажимы есть, чтобы их в будущем можно было исправлять. Сложно вытащить подростков и молодежь, да вообще людей, даже взрослых из вот интернета. И здесь у нас живое общение, и это самое ценное. В проекте «Высокое напряжение» помогают снять зажимы не только тела, но и души. Психологи, режиссеры, драматурги и актеры работают в тандеме, помогая подросткам не замыкаться и не стесняться говорить о том, что их тревожит, о переживаниях и боли. Делают это через чтение пьес. Например, в эту субботу была пьеса учеников Николая Калиды «Научи меня любить». Дмитрий Винокуров, детско-юношеский и семейный психотерапевт, автор проекта, рассказывает, что пока творческой группой отобрано для прочтения 20 пьес. Возможно, что за год столько будет работать социальный проект, ребята и взрослые напишут свою. Подросткам есть что сказать и чем поделиться. Их волнуют вопросы самопринятия, любви, отношения с миром, темы буллинга, насилия, суицида и одиночества. Важно, чтобы дети были услышаны. Это большая проблема, потому что форма высказывания же важна не просто крикнуть в мире и в ответ тишина, важно уважительное какое-то выслушивание друг друга. То есть вот мы предполагаем, мы только в начале, мы не знаем, как у нас получится. Я больше беспокоюсь даже за взрослых, будут ли они готовы вот к такому серьезному разговору на равных с подростками. Взаимоотношения, наверное, самое главное. Многие дети боятся разговаривать со взрослыми, потому что зачастую они сталкиваются с проблемой разницы между поколениями. Этот проект Свердловской региональной общественной организации «Город добрых людей» начал свою жизнь благодаря победе в конкурсе фонда президентских грантов, выиграв более 2 миллионов рублей. В планах организаторов устраивать читки вместе с родителями и педагогами, а также будут выезжать в детские дома и колонии для несовершеннолетних. Еще очень важно, говорит Дмитрий Винокуров, показать участникам проекта культурную жизнь города и региона. Ребят ждут театры и музеи.